Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий посетил Свято-Троице-Никольский женский монастырь Ташкента и совершил постриг в Великую Схиму. Ангельский образ приняли две насельницы монастыря. Впервые в Свято-Троице-Никольском женском монастыре Ташкента был совершен постриг в Великую Схиму. Сразу две монахини – Макария Симонянц и Ефимия Зубкова – дали сугубые обеты монашеского жития, намереваясь посвятить всю свою жизнь соединению со Христом. Интересно, что первые схимницы, приняв великий ангельский образ, получили и имена архангелов Божиих. Теперь их зовут Гавриила и Вархиила. Воздержание во всем, терпение во всем, смирение – это все созидает для вас Царство Божие. Поэтому и души ваши должны быть в особой радости, утешении, потому что ничто вас не связывает с этим миром, и вы полностью отдаете себя для Царства Божия, для вечности, для вечной блаженной жизни. И если это все постараетесь сделать, исполнить, то, конечно, для вас открыто Царство Божие. Также архипастырь совершил в монастыре божественную литургию. Молитва с архипастырем стала духовным подкреплением в дни Великого Поста для всех насельниц обители.